Ударила мужа 4 раза ножом в грудь и в спину. Жительнице краевого центра так и не удалось избежать наказания за убийство. В суде она сообщила, что совершила преступление по неосторожности. В суде установлено, что в ночь на 21 марта текущего года женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с супругом по причине ее позднего возвращения домой. В ходе конфликта женщина взяла нож и не менее 4 раз ударила им мужа в область груди и спины. От нанесенных ран мужчина скончался. Приговором городского суда подсудимая приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. С постановленным приговором осужденная не согласилась, подала апелляционную жалобу, в которой указала, что преступление совершено по неосторожности, просила приговор отменить. Оценив доводы жалобы, исследовав материалы уголовного дела, а также с учетом мнения прокурора, судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что характер и локализация телесных повреждений, а также предшествующее преступлению поведение осужденной и неоказание медицинской помощи потерпевшему свидетельствуют об умышленном характере преступления. Приговор суда первой инстанции оставили без изменения, и он уже вступил в законную силу. Жительница краевого центра 7 лет проведет в колонии общего режима.